Здравствуйте, с вами я, Александр Демидович. Сегодня я хочу вам рассказать вот о чем. Где делать загранпаспорт? Я неделю мониторил происходящее здесь. Это улица Европейская, 2, Фрунзе, 2. Вход в горсовет со стороны пединститута от парка, вот чтобы вам было хоть немного понятно. Здесь центр надания административных послуг. Вот сзади меня вход. Что здесь происходит? Опять же, это о загранпаспорте. 15 минут тратится времени для того, чтобы постоять в очереди и пообщаться с консультантом. 15, максимум 20 минут, то, что я видел. То есть приходишь, показываешь паспорт, показываешь идентификационный код, он объясняет, что дальше будет происходить, что надо сделать, куда оплатить, дает реквизиты. Вы идете в банк, проплачиваете, и также консультант вам дает номерок. Номерок выдается на следующий день. То есть сегодня вы пришли, получили консультацию, на завтра вы приходите уже жестко по времени, там на 5-10 минут раньше. У менеджера, принимающего документы, у вас времени займет ровно 10 минут, не больше. Сюда входит фотографирование вас, заполнение документов, отпечатки пальцев, все. Это 10 минут, не больше, то, что я видел. Я потратил на то, чтобы это все увидеть и вам рассказать, неделю. Я неделю сюда ходил, постоянно мониторил, что происходит. То есть, реально, первый день 15 минут, второй день 10 минут. Ну, когда говорят о том, что много занимает времени загранпаспорт, ну, я не знаю. Да, и два варианта вам сразу предложат. Срочно, это в течение месяца, там около 800 гривен стоит. И несрочно, это в течение 3 месяцев, это будет 557 гривен, по-моему, там что-то с копейками. Ну вот так вот, такая ситуация. Очередей ошеломляющих нету. Все спокойно происходит, без шума, без гама. Но я рекомендую, в других центрах приема я тоже побываю, вам уже в следующие разы буду рассказывать. Поэтому еще раз, Европейская, 2, это здание горисполкома, с тыльной стороны, сзади вход, со стороны пединститута. Никаких проблем. Ну, как быстро сделают, я промониторю обязательно. Я для себя несколько человек попросил, чтобы звонились, когда будут готовы паспорта, для того, чтобы вам рассказать, как быстро это происходит. Всем удачи!